Хороший друг и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов высказался насчет поединка Макгрегора против Хабиба Нурмагомедова. «Я уверен, что Макгрегор победит Нурмагомедова. Мое мнение построено не только на том, что Конор со мной тренируется. Мое мнение основано на том, что я вижу, как ведут оба бои. Я вижу, что Хабиб часто пропускает удары. Да, он крепкий боец, у него отличная борьба. Но если ты пропускаешь удары Конора, то долго тебе на ринге не выжить. Конор никогда не снимается с боев, он принимает все поединки, даже когда бывают замены в последнюю секунду. Поэтому со стороны Конора ответ «да». Зависит все от UFC и от самого Хабиба», – заявил Лобов. Непобежденный российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о забавной истории, которая произошла с ним в США. «Был у меня случай в Америке, когда я стоял на кассе, там пьяный мужик приставал и докапывался к тем, кто стоял впереди него. Стоял впереди и я. Когда он дошел до меня, я сказал ему: успокойся, я профессиональный боец. Но у нас там, на Кавказе, не принято говорить, мол, я такой-то человек, оставь меня в покое. В Америке же я обязан это говорить, потому что если бы я там подрался, то мне бы пришлось ответить перед законом. Могли бы даже и посадить меня. Я его предупредил, и он резко отрезвел. Я ему говорю: я профессиональный боец, я могу тебе лицо сломать, ты должен успокоиться. Через пару минут он уже начал спрашивать меня о том, где я выступаю», – заявил Нурмагомедов. 28-летний боец Коди Ист, который в этом году был подписан в UFC, задержан полицией по обвинениям в нападении и домашнем насилии, а также насильственном удержании в своем доме частного лица. Залог назначен в размере 30 тысяч долларов США. В UFC Коди Ист провел 2 поединка, проиграв техническими нокаутами Уолту Харрису и Кертису Блейдсу, и был отчислен в октябре.